Сегодня будем собирать речные мидии. Мидии — двусторонние моллюски, обитают в пресной или в морской воде. Их тело заключено между двумя половинками, образованными карбонатом кальция. Место выбрал специально, где бьют родники. Более чистое место. Выбираем, где лотати. Взрываются они в основном в ил. Сами моллюски, они зеленоватого цвета или желтоватого такого. Это фильтратор, питаются фитопланктоном. Это одноклеточные водоросли или бактерии. Наличие мидии говорит о том, что вода чистая. Раз в июнь месяц птица яйца откладывает, если оно сухо. Мидии, они богаты белком и аминокислотами. Это полезно для сердечно-сосудистой системы, иммунитета, обменных процессов. Кладок сейчас много, пищи. Перебиваются они при помощи мускулистой ноги, которая появляется через предкрытый створ. Ну, это самое место жесткое, я обычно обрезаю его и просто его не убью. Они со дна собирают, ну, все, что найдут. Как говорится, являются частички. Собирать их надо с умом, потому что если особенно хотите использовать их в пищу, желательно предпочитают чистые реки. Ну, это связано с ухудшением экологии. Ну, размер устрицы где-то доходит до 10 сантиметров. Вот. Сейчас покажу, как их можно чистить
быстро. Не надо тащить домой всю устрицу, как показано. Кто как хочет, готовит. В основном смотрю по интернету, показывают, что варят их целиком. Вот она разделывается легко. Ножом надрез сделать сбоку. Мышца ослабевает, и раковина легко открывается. То есть не надо тащить с собой домой этот весь мусор. Эти раковины высохли, их побило, они превращаются потом в песок. Забираю середину, быстро все разделывается. Не надо ничего это лишнего с собой таскать. Их называют еще шаровками. Это же раковины, похожие на шар небольшого размера, до 2 сантиметров. Я говорю, живут они в различных условиях, чувствуют себя прекрасно как на песчаном, так и на илистом дне. Разделываются легче. Кушать можно. Детям бы, может быть, не советовал. Каждому в одежде. Речные меди, они не уступают морским по питательности. Мясо имеет также в составе множество микроэлементов, витаминов и белков. То есть высокая степень усваиваемости организма. Человек по своей сути, он всеяден. Приспособлены так в основном для растительной пищи. У меня 4 клыка. Это они, не знаю, вровень зубам. Не те клыки, которые разрывают мясо. Но тем не менее, мясные продукты мы едим, рыбу, мясо. Не едим. Приведу пример. Словил шахматку. Принцип у меня такой. Не убей ради удовольствия, убей ради пищи. Диаметр был бы свой, где-то около 3 сантиметров. Шахматка, водяной уж. Ну, я его ради кожи взял. Ну и мясо, чтобы не выкидывать. Сварил и пожарил. Приготовил блюдо. Жена с работы пришла. Предложил ей покушать, но не сказал, что это. Она с удовольствием это съела, но перед этим ребенок пришел со школы. Я ей сказал, что это. Вы же попробовала, но дальше не захотела. Вкус между рыбой и мясом. Она же с удовольствием все съела. Дочка пришла с улицы, она говорит: папа прекрасное блюдо сделал. Дочка говорит: мама, ты знаешь, что ты съел? Ты съел, смирил. Ну, вот этот мозг сработал. Ну, жена в уборную, как говорится, все назад вышло. Поэтому здесь такой же самый принцип. Когда ты видишь блюдо готовое, то все нормально. А так, может, у кого-то это вызовет какое-то отвращение. Поэтому здесь никто никого не заставляет это есть. Ну, если приготовить разумно, с умом, то получается довольно вкусно. Ну, как видите, разделывается очень быстро. Не надо заморачиваться, чтобы целиком вот это все варить, потом отделять отдельно. Или вот такой маленький пакетик просто взял, понес домой. И потом все приготовил. Если ракушка не раскрылась, лопнула, будьте аккуратны, потому что если она лопнула, можно повредить руки, порезать. Вот буквально это все заняло 4 минуты.
такие большие я стараюсь не брать, но же говорю, я выбрал место, где бьют родники, там вода чистая. Вот такой размер самый более оптимальный, небольшой. То есть еще я повторяю, они как фильтраторы, как губка все всасывает в себя, поэтому жизнедеятельность сейчас химических элементов очень много в воде, и скорее всего, что большая уже может накопить много в тканях нехороших элементов. Поэтому при варке, как мы варим кальмаров, там буквально 3 минуты в кипятке, и он уже будет готов. Если больше его переварить, он станет жестким. Так же самое мидия. Она станет как резина. Ну, приходится хотя бы 12 минут варить, чтобы она была более мягкой. Ну, надо промыть водой хорошо, слизистую смыть. Просолить немножко в уксусе, чтобы промочить. Чтобы немножко какие-то вредные вещества, если есть, они ушли. Ставим в воду, чтобы она закипела, как мы раки, допустим, готовим. Бросаем в кипяток. Я советую минут 12-15 варить. Не такие будут жесткие, но по крайней мере термическую обработку они пройдут. Снимаем пену. Вода становится такая беловатая, как молоко. Ну, это соли. Сливаем, осуждаем водой, чтобы они дальше не пропарились. Будут сильно жесткие. Некоторые, я смотрю, срезают именно ножки желтые и их едят. Но вот именно ножки, они самые жесткие. Я их вообще не советую есть. Опять же, блюдо на любителя. В любых условиях можно делать. И жаркое можно перемолоть, на хлеб намазать. С луком. Яблочная кислота. У меня вместо яблочной кислоты взял лимону немножко выдавил. Это просто как у кого будет желание приготовить. Способов много приготовления. Ничего страшного нету в этом. Детям почему не сильно желают? Они жестковатые. Как говорится, мы не в голодное время живем. Мидии морские, они мягкие, потому что они в морской воде. Морская вода, она не более чистая, она намного чище, чем речная вода. Поэтому пробуйте. Может понравится. Это все дано нам свыше. В пищу. Всех благ.